Всем привет, с вами Арсений, магазин Dukamp и новый видеообзор о том, как правильно снарядить охотничьи лыжи. Вот. Для этого в нашем интернет-магазине продается первая такая вещь, как амортизатор, который крепится на вот эту лыжку для того, чтобы нога не скользила. Если посмотреть внимательно, здесь есть направленная ребристая поверхность. Ее нужно направить вперед, то есть острыми зубцами, для того, чтобы нога назад не соскальзывала. С обратной стороны здесь есть пятачки крепления. Вот. Мы будем крепить в данном случае данный амортизатор гвоздиками. Гвоздики используем 20-миллиметровые. Для того, чтобы они не пробили насквозь лыжи. Далее, при помощи молотка, мы начинаем просто пробивать. Хочу обратить внимание, что здесь есть специальный паз, в который впоследствии мы будем вставлять широкий ремень. Так как гвоздь у нас достаточно длинный, в данном месте тоже есть место для крепления. Надо гвоздь немножко откусить, чтобы в дальнейшем не мешало прохождению ремня. Для этого берем кусачки и откусываем гвоздик. С этой стороны аналогично. И дальше по периметру дальше берем широкий ремень и продеваем его . Вставляем подпяточный ремень и фиксируем на нужную нам длину. Пяточный ремень также легко и просто у нас продевается. Ну, в принципе, лыжная у нас снаряженная. Сейчас посмотрим, как она фиксируется на ноге. Хочу заметить, что это крепление универсальное. В них можно как и в охотничьих сапогах, простых ботинках, в чем угодно. Так как тут идет брезентовое крепление, оно не поцарапает, не порвет, не утянет вашу обувь. Такие крепления также есть капроновые и кожаные. Вставляем ботинок, накидываем пяточный ремень, утягиваем. Широкий ремень и утягиваем пяточный ремень. Вот и все. Лыжи готовы к путешествию. Интернет-магазин Dukamp. Меня зовут Арсений. Подписывайтесь на наш канал. Рекомендуем.